докторский ответ. Да куда хотите. Свидетель номер 193. Справа по ходу колонны я увидела группу из 20-30 молодых людей, одетых в черное. Некоторые были в масках и в руках держали целлофановые пакеты. У одного из них я заметила на кисти кастет. Группа своим видом выделялась из толпы. Мне стало тревожно. Я стал кричать полицейским, стоявшим по ходу колонны, что в толпе находятся подозрительные граждане с неразрешенными на митинге предметами. Внимание к себе я привлекла, но никаких действий от полицейских не последовало. Свидетель номер 150. По рации было слышно команду. Жесткий разгон. И нас погнали ОМОНовцы, они бежали за нами. Сейчас я хочу представить вашему вниманию очень интересную группу. Как мне сказал один человек, который выйдет еще на сцену, который за кулисами, что эта группа, она из Нижнего Новгорода, она, наверное, одна из самых, из Великого Новгорода, я прошу прощения, из Великого Новгорода, одна, наверное, из таких групп, которые пользуются вот этими этно-фольклорными делами, но как-то у них это получается не пошло. Эта группа лауреат премии Сергея Курехина, что уже много говорит мне. Итак, группа Кира Лау. Но, ребята, еще не готовы, мы продолжаем читать. А, нет, я забыл еще сказать от нервов, что, конечно, вся вот эта наша затея, акция, благотворительный концерт, как хотите, так и называйте, любое собрание свободных людей, не состоялось бы без участия новой газеты, которая находится у вас на сиденье. Да ничего страшного. Страшного здесь. Не могу сказать, свидетель номер 114. Не могу сказать точно, было ли это началом конфликта из колонны ОМОНа. Вдруг стали отделяться группы в виде клина. Один-два впереди, за ними еще человек по пять с каждой стороны, держа друг друга за плечо одной рукой. Они продвигались активно вперед и, достигнув толпы мирно стоящих людей, начинали размахивать дубинками, попадая куда попало и кому попало. Свидетель номер 33. Людей тащили волоком по асфальту, женщин таскали за волосы, выхватывали из толпы людей без всяких видимо на то причин и какой бы то ни было агрессии с их стороны. Свидетель номер 46. Было видно, как колонна ОМОНовцев в шлемах врезалась в толпу митингующих. Они усердно избивали дубинками окружающих всех, кто попадался под руку. Так ОМОН действовал два или три раза. Люди от страха попадались назад. Началась давка. В толпе были женщины, даже кто-то пришел с детьми. ОМОН уже без перерыва врезался в массу митингующих, избивал их и отступал. Все пришло в движение. Люди бежали, наваливались и давили друг друга. Взлетела дымовая шашка. Всюду были слышны крики и стоны. Затем пошел странный удушливый запах. Возможно, это был слезоточивый газ, так как стало першить горло. Перехватывало дыхание, слезились глаза. Началась трагедия. Ну а теперь группа Кира Лау. По кругу.
Я давал бокала.
снится тебе, буду сниться тебе.